Панькова. Дальше шайба на синий. Бенсон. Врывается по борту. Там теряет соперник клюшку. Бросок, гол. Кирилл Марченко. 3-1. Какой красавец Лукас Бенсон. Дид сейчас может все решить. Выход 2-1. Передача Дидса. Бросок. И гол! Здорово. Очередная победа. Порысов в овертайме. И отличился, конечно же, Дидс, потому что он сделал великолепную передачу. Ну и Старченко. Сбрасывание петербуржцы выиграли. Кагарлицкий! Вот это пас! И Шипачев делает счет 3-3! Но Кагарлицкий-то каков, а? Что мы видим еще? И третья шайба. Не в раздевалку, конечно, но авангард сейчас просто громит леопардов. Алексеев. Оказывается, Гуглов. Передача какая, и 2-0. Вот это да, Башкиров забивает. Дуплетом выстреливают убивцы. Может быть, это еще и не все. Здорово развернулся. Тут уже Кугрыш подключился. Передача. Еще один пас. Мухамадулин бросает по пустым воротам. И промазать было довольно сложно. 1-0. Салават Юлаев. Гребенщиков. Ух, какой момент! Красивый гол! Вот эта игра, 6 заброшенных шайб, и мне нравится, что Витязь не угомонился, то есть при счете 1-4, когда, казалось бы, все уже ясно, Витязь все-таки старается играть ярко. Кузов сразу после выигранного вбрасывания бросает к воротам. Ну, на этот раз до ворот шайба не долетела. Якупов здесь довольно эффектно. Это все, и шайба в воротах, ну вот видите. Смотрите, отметим сначала действие Якупова вот тут. Вот, видите, здорово. Так, это вот Равирзина. Вот тут из Рига. Мальманер с Грачев. Вас пришел. Šādi apspēlēt aizsargu un vēl pēc tam novākt vārtsargu, tā kad vārtsargs ir pavisam citā stūrī.